Ежегодно в Хасанском районе проходит акция, направленная на предупреждение детского травматизма. Особенно она актуальна в летний период. О том, как уберечь детей от травм, узнавал наш корреспондент. Стражи порядка совместно со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних просят взрослых повысить бдительность и внимание к обеспечению детской безопасности. Для этого выдаются специальные памятки, где четко описаны все ситуации, когда ребенок по неосторожности может получить травму. Информационные бланки, листовки, где подробно написано о тех мерах, которые необходимо соблюдать несовершеннолетним, также родителям для предотвращения таких несчастных случаев и различных последствий. Соблюдение элементарных мер предосторожности и правил безопасности сможет уберечь здоровье ребенка. Ведь опасность может подстерегать в быту, на воде и на дороге. Данную информацию мы стараемся доносить до наших родителей, до законных представителей круглогодично. То есть это профилактические меры, которые направлены как раз на предупреждение травматизма, гибели детей, также правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках акции сотрудники полиции рассказывали жителям Славянки не только, как обезопасить детей от травматизма, но и как уберечься самим. Стражи правопорядка вручали буклеты с подробной инструкцией, как не стать жертвой телефонных мошенников. Виктория Беляева, Олег Кудинов, новости Славянки.